Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 апреля, вот специально иду в соседский палисадник. Мне сегодня Людмила Печенкина прислала комментарий. Как это так? У вас недавно был мороз, метель. Вот видите, я хожу босиком, с огорода пришла жарище. И теперь вы уже садите, сидите помидоры, бред какой-то. Но я ей написала, что у нас погода непредсказуемая. Но действительно, это бред, потому что, смотрите, я из своего огорода, у меня уже там, ну, все более-менее тепло, жарко, грунт теплый. Специально вот прошла сюда к соседям, чтобы показать вам. У нас тоже не везде тепло. У нас еще последствия вот этих холодов. Вот они, пожалуйста. Я на солнечной стороне у себя в огороде сижу, высаживаю, а на другой стороне, вот, пожалуйста. Хороший такой, добрый, он еще и не думает таять. И таких залежей очень много. Вот и получается, действительно, бред. Тут лежат сугробы в 5 метрах с другой стороны от дома. Я сижу, высаживаю томаты в открытый грунт. Если вот сюда выйти ближе к нам, тут вообще жарко хорошо. Вот он, персик пришел. Ну опять тебя кто-то побил. Все, до свидания. Вот это бред нашей сибирской сумасшедшей погоды, что где-то жарко, а где-то лежит снег. И не удивляйтесь, этот бред не я придумала. Но мы как-то стараемся с этим жить. Сейчас высадим, запакуем. И еще у нас обязательно будет и снег, будет и холод. Но томаты эти сибирские, они должны все это вынести.